День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И мы продолжим играть в игрушку под названием Don't Stop. И мы были, скажем так, вот это поход, у нас сейчас не постройка, это поход в поиске Бифала. Давайте посмотрим, где они, а то есть у нас сейчас день только-только начался, мы пережили жестокую ночь. У нас еды нету, ничего, инструментов нету, давайте построим кирку, да. Это нам пригодится. Так, давайте себе... Хорошо. Я не знаю, зачем нам это пригодится. Так, поворачиваем. И обратно возвращаем. Так, хорошо. Мне сейчас нужны не камни. Я ищу бифала как раз вон там вон. Это что-то. Это огромное поле камней. Класс. Теперь мы знаем, что такое биом камней, где они пасутся. То есть, да... Там получается, что все такое каменистое, выложенное кладбище. Огромные пауки. Вот честно, почему мне... Скажите, почему мне здесь не нравится находиться? Потому что... Новый биом. Вот они, наши бифала. Господи, боже мой. Так, тихо. Нет. Уф. Они не будут на меня нападать. А если я на них нападу? Здоровья у меня предостаточно. Бифала. Не надо. Тихо, не надо. Я не буду на тебя нападать, я только нападу на тебя. Так, спокойно. Давайте посмотрим, где, как нам сориентироваться. А то есть мы бежим по болоту, как только болото заканчивается. То есть мы скорее всего, заспонимся здесь где-нибудь в следующей жизни. И получается, бежим по болоту вниз. Камни. И здесь, получается, кладбище с классными вещами. И... Так, бифалы. Ха, понятно. То есть вниз по болоту и к бифалу. Так, теперь. Я думаю, что мы сейчас... Мне было интересно, что произойдет. Бифала, не смотри на меня так жестоко. Они все! Тихо, спокойно. Тихо, бифалы. Спокойно. Не. Так, перестаньте. Перестаньте на меня нападать. Так, я просто предположу, что эти бифалы от меня не отстанут. Потому что я на них напал. Умрите, бифалы. Так, ух, куча кожи, куча мяса, класс. А то есть, может быть, нам не придется. Так, давайте тогда попробуем сейчас сделать вот что. Давайте попытаемся сейчас тогда зафармить. Так как у меня куча мяса, куча еды, куча материалов. Мне что нужно сделать? Мне нужно кострище. А то есть топор. Где он у меня? Мне нужны дрова. Там есть кладбище. Я думаю, что мы просто здесь и строимся. Там, где живут бифалы, там мы будем тоже жить. Потому что это огромный запас мяса. Мне некуда складывать деревья. Давайте цветочки скушаем. Правой кнопкой. И лягушачьи лапки тоже. Так. Шишка. Дерево. Так, где у нас карта? Давайте вернемся к бифалу. Кострище. Да, я могу уже поставить кострище себе, чтобы оно было. Интересно, они помнят, что я их обижал? Нет, они не помнят. О, какая-то редиска. Ага, редиска! Или что-то такое. А-а-а! Редиска! Умри! Она хотела от меня убежать. Не получится. Ну, так. Теперь мне нужна кирка, чтобы сделать машину новую. Новую машину знаний. Давайте скушаем редиску сразу же. Я хотел ее бросить в машину знаний, но вот так как у нас места нету. Так. Мы отправимся сейчас наверх. Найдем кусочек золота. А я собирался умирать, такой депресняковый, мол, ай-яй-яй, вот еды нету, ничего нету, тут бабах,
и целая-целая куча бифала. Я вот, честно, не знаю, они разводятся или нет. Так, давайте скушаем ягоды просто. У нас теперь полное здоровье, полное это, полная еда. Смотрим. Ага, полянка камней там. А, и у нас тут еще и свиньи есть. Одна свинья живет. Может, ее выгнали, потому что она, не знаю, вела себя как-то так неприлично. Так, бегала голая туда-сюда по полянке. И давайте попробуем найти наше золото. Потому что без него машины знаний не будет. О, вот оно, золото как раз. Давайте соберем камни, соберем кремень. Трава. Давайте семечки скушаем. Золото. Хорошо, где мы устроимся? Я думаю, что мы устроимся здесь и будем ходить к бифала, если нам это понадобится. Так, тогда давайте поставим машину знаний. Что нам нужно? Еще дрова. Так, для дров у нас место есть? Есть. Хорошо, давайте срубим маленькое дерево, я надеюсь. Так, тут не будет проблем с деревом. Нет, нет. Дерево не решило на меня не нападать. Так, и тогда. Машина знаний, бам. Отлично. А, так, тихо-тихо. Что мне нужно для кострища? Как ни странно, мне нужны дрова для кострища. Так, я... Там огромные пауки. Это мне не нравится. Я буду от них бегать или буду с ними драться. У меня куча здоровья. Так, хорошо. Кострище. Возле машины знаний. Я сказал кострище. Возле машины знаний! Я забыл кричать. Я поправлю эту ошибку. Так, хорошо. А-па-па-па-па-па-па! Брысь! Брысь! Кому говорю? Так. Вот почему я смог убить тогда быков. Вот, я только что заметил то, что у меня проценты моей защиты упали. А то есть, получается, пока у меня есть защитная одежда, я могу идти на монстров, защитная одежда ломается, и только тогда я начинаю терять здоровье. Оп, хорошо. Смотрим, когда они нападают. Оп, уходим. Оп, это напал. А! Тихо. Есть. Оп, нет, нет. Мне нельзя от костра отбегать. Все будет теперь происходить здесь. Есть, хорошо. Так, давайте тогда подбросим в костер. Давайте скормим кучку нашей машине знаний, потому что... Пуп! А, всего лишь единичка. А я думал, это очень такое... По-моему, по кучке помета можно очень много узнать о животных и о всяком таком. Так что не надо машина знаний. Непривередничай. А как раз ее можно? Да, можно. Так. В костер бросать. Следующее. О, давайте попробуем скормить. Шерсть. 5. Немного. Так, следующее у нас что? А, мы теперь как раз можем сделать бифала шапку. Давайте посмотрим на это. Шапки. Бифала шапка сколько? 16? Мне придется зарубить очень-очень много бифала. Так. Что мы можем сейчас сделать? А, посмотрим на еду. Ха. Мы можем сейчас, по идее, собирать кучки бифала, сделать себе место для выращивания разных фруктов, овощей и семечек. Это хорошо. Так, это нужно запомнить. Следующее, refine. Это папирус. Это пока что, по-моему, это не тема для нас. У меня, по-моему, заканчивается. Шишки! Горите, шишки! Горите огнем! Отлично. Давайте соберем камни пока что. И посмотрим, что у нас следующее. Что нам нужно следующее сделать. А то есть для нормального постоянного жилья нам нужно начать так высаживать растения. Потому что без этого никуда не... То есть если просто так туда-сюда бегать, собирать, это будет нехорошо. Да и при том убивать бифала просто невыгодно. Потому что, ну... Скорее всего, они не разводятся, и если мы сейчас убьем всех, нам придется идти дальше. Так, поэтому мы попытаемся сделать так, чтобы... Оп, кирка закончилась.
давайте будем дальше собирать. Ну, хорошо. Поэтому нужно что-то выращивать. Или, по крайней мере, поставить кучу-кучу ловушечек для кроликов, хотя я кроликов здесь не видел. И что мне сейчас нужно, так как у меня всего лишь 11% на одежде, давайте я одежду скормлю машине, чтобы узнать что-то. Может быть, машина плохо реагирует на то, что... То есть вещи сломаны, и она не дает много. Так, сейчас давайте соберем себе на одежду. А то есть сколько нам нужно на одежду? Ой, веревки. Ой, веревки. Это трава. Травы у нас здесь не растет. Что за жестокая ситуация? Давайте тогда, раз у нас жестокая ситуация безвыходная, давайте тогда сейчас будем так выкапывать что-нибудь из... Так, гробов. Оп. Робот! Господи, боже мой. Откуда? Откуда в этом мире робот? Это врет. Вот. Врет мир. Что-то он врет о себе. Так. И где-то здесь еще. То есть здесь было... А, там внизу кладбище, и здесь рядом с Бифало кладбище. Давайте тогда еще... Так, пожарим себе мясо. Так. Так. А, я кушаю мясо. Сырое. Щелкать мимо себя, не на себя. Не на себя щелкаем. Так, хорошо, 7 кусков. Мы съели не очень много. Давайте тогда пойдем на кладбище. На кладбище ветер свища. Свинья, которую выгнали. Не знаю за что, но за что-то ее выгнали. Пошли со мной, свинья. Так уж и быть, пошли со мной. Так, свинья, которая жила в домике. Может быть, это Винни-Пух? Винни-Пух. Он... А нет, Винни-Пух был медведем, извиняюсь. Да. Я назвал это Винни-Пухом, потому что на пятачка вот это вот рыло, оно на пятачка не тянет. Это явно что-то большое. Значит, это пятак. Это просто пятак. Его кликуха пятак. Его знают как пятака. Так. Привидение! Я так и знал, что здесь будет что-то такое неприятное. Когда-нибудь да я и наткнусь на товарища, который будет охранять вещи, которые живут на кладбище. О! А, как интересно. А, нет, привидение ничего не дропнуло. Так, еще одна вещь. То есть их нужно будет обязательно отнести на машину, потому что так здоровье у меня нормальное, поэтому все хорошо. На лопату. Что мне нужно на лопату? Палочки? Нет, палочки. А, нет, все у меня есть на лопату. Копаем дальше. А то есть интеллекта у нас будет очень много. Самое главное уйти отсюда, пока ночь не началась. Это самое главное, потому что здесь огромные пауки. Так, ну или просто... Извините, если вам ору на уши, но это просто всегда неприятно. Свинья с ним разберется, видите, он отвлекается на меня, свинью не бьет. Так, давайте повернем камеру, попробуем копать. Отойди от меня, противный. Так, свинья, убей его. Свиньи привидения. Это шикарная смесь. Так. О, все хорошо. Пропал. Давайте повернем камеру, чтобы можно было копать. Так. Робот. Мы заменим. Что заменим на робота? Мясо монстров. Выбросим. Как раз Нет, ему не нравится. То есть ему хочется, чтобы я приготовил это. Какой привередливый. Так, давайте тогда последнее кладбище осмотрим. Посмотрим, что там внутри. Так, мясо монстров пускай валяется. Бифалы пускай тусуются. Мы их трогать не будем. А что у нас, где у нас? Кладбище. Или всего лишь одна могилка? Одна могилка всего лишь. Так, не будь привидением, пожалуйста. Не будь привидением. Будь хорошим мальчиком. Я не знаю, когда я привыкну к этому, но когда экран весь становится красным и привидение появляется, это все неприятно. Так, кучку.
Вместо чего кучку можно собрать? Интересно, тут вообще достаточно кучек? Вместо... Па-па-па-па-па-па-па. Как раз у нас есть контейнеры, например, которые можно складывать куда-нибудь, в которые можно что-нибудь куда-нибудь складывать. Машина знаний, скажи мне, где ты? А, вон она там наверху. Я уже потерялся немножко. Так, а, вот видите, теперь изменилось. Очень-очень важно, очень приятно. То, что выкапывая куст, на котором есть ягоды, ягоды и куст дропаются вместе. Очень приятно. Я заметил на Steam выше маленький-маленький такой апдейтик там на парочку килобайтов. И хорошо. Это всегда приятно, знаете, когда понимаешь, что как-то нелогично собираешь куст, на котором есть фрукты, а он, ну да, он просто берет и уходит. То есть теперь это изменилось, и теперь это очень-очень хорошо. Так, нам есть что-нибудь, что сжечь? Нет. Так, давайте возьмем тогда копье. Паук, умри! Хорошо. Давайте пока... Если мы вдруг сейчас умрем ночью, потому что это всегда является возможностью. То есть это всегда может случиться. Давайте сразу же все, что мы собрали здесь, скормим машине. Так, чтобы у нас интеллект был, потому что он не исчезает, если мы... Так, отлично, огромное кладбище, это было очень-очень классно. Теперь мы можем узнать очень-очень много новых вещей. И робот еще. Хорошо. Свинья куда-то убежала. Может, ее скушали пауки? Так, давайте тогда посмотрим, что нам нужно. Давайте я сделаю себе удочку. А то есть это просто интересно. Хорошо. Давайте теперь посмотрим. Есть контейнеры где-то, которые складывать, в которые можно что-нибудь... Так, это шапки. Бифало-шапки. Это улучшение материалов. Пока что мне не понадобится. О, контейнер. Это для... А! А! Где? Тихо! 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 Нет! 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 Я стормозил! Я не знаю, где костер. Я забыл, что скоро ночь. И... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Но зато в следующий раз мы можем играть девушкой. Интересно, а что у нее растет? Тихо, подождите. Я чувствую, что здесь где-то есть пошлая шутка. Дайте мне ее выковырить. Нет. Вот. А интересно, что она бреет, чтобы сделать волосы для куколки? Ха-ха! Да, то есть... ну, просто должен был. Шутка была, я ее должен был использовать. Итак... В следующий раз мы начнем сначала. У нас куча вещей, которые мы можем открыть. Мы порыбачим, попробуем. Мы знаем уже более или менее, где у нас карта. И тогда увидимся в следующей серии, в следующем выживании.